Респект прошаренным и респект поехавшим. Итак, 14 сентября, время без 20 час. Где-то дней 15, наверное, я не гонял. И настало время вновь выдвинуться на моднейший коп. Не знаю, что сегодня будет. Не знаю даже, куда я поеду. Ну, пару точек я наметил на пробивку. Возможно, что-нибудь и будет. Самое главное — это гнать, да? Блин, после 15 дней не это самое на велике. Такой кайф вообще. После перерыва катануть. О, трава уже почти вся сухая, блин. Сейчас где-нибудь в лесу здесь, возле поселка, походим, поищем что-нибудь. Тик-тик-тик-тик-тик. Сейчас покажу место, вот для прошаренных, для местных. Кто не прошаренный, кто прошарен. Вот последняя остановка здесь в поселке, да? Продуктовый, вот продуктовый. А вот ЛЭП, под этой ЛЭП вот одна изба отдельная стояла вот здесь вот. Я, по-моему, в 18 году шурфанул, что ли, уже не помню точно когда. Ну вот, вот последние дома, и буквально вот здесь вот рядом с ЛЭП отдельная избушка стояла. Ну, я, кстати, видел, тут кто-то металл копал. Вонки были, вот, все-таки бетонки или что. А изба вот именно 19-я, вот там вот, за ЛЭП. Рядышком здесь. Ну, там шпилечные гильзы были. Двадцатка. О, что, лиса, что ли? А, нет, собака. Двадцатка, Билон. 1800 какой-то год. Еще какая-то копейка Александровская, по-моему, Александра Первого. И шпилечные гильзы, несколько штук, да, с орлами такие классные. И это, и крестик, по-моему, один, что ли, или два, не помню. Но особо находок не было. А, еще была закрутка от этого, как его, блин, от знака, да. Прикольная такая. Что-то там Москва было написано, а вот здесь вот стояла она, ну. Ну, не знаю, но вряд ли там что-то будет. Сейчас я дальше в лес поеду. Вот, последняя улица, считай, поселка. Да, в кайф катануть. Что там, час доходит, да? Ну что ж, в лесок. И посмотрим, что он нам преподнесет. А вон дальше в лес, там тоже была отдельная изба, находил как-то. Там я шурфил, там были бутылки с орлами, да, но они были битые, к сожалению, блин, жалко. Классные такие пузырьки были, но там маленькие, не битые были. Маленькие были не битые, а вот большой с этой, с орлом, к сожалению, был разбит. Это было хреново. Ну что ж, двигаем далее в лесок. Ту-ту-ту-ту-ту-дум, блин, зашибись. Ту-ту-ту-ту-ту-дум. Респект всем поехавшим. Хо-хо-хо-хо. Респект поехавшим. Еду по лесу, смотрю, как эта будка, блин, стоит, ё-моё. Что это за будка? Что это за помоечки какие-то лютейшие? Ну-ка посмотрим, что это за будка. Такая крутейшая будка. Волкодавов там нету, да? Ух ты, блин. Чупакабра вылазит. О, железячка, ё-моё.
железячечка, скоба, возьмем, гоним далее. А вот здесь я, кстати, ходил, помойка лютая вообще, и это, шахтный жетон нашел. Ну не старый, что-то годов 80-х. Здесь рядом шахта была. Ну что ж, гоним далее. Так, 13:10. Блин, какая красота. Сегодня тихо вообще. Погода плюс 17 где-то. Не жарко, так классно. Трава высохла в лесу. Вообще в огнях. Вот это место сейчас пробью. И вот туда дальше пойду в лес. Не знаю, что будет, нет? Ну, вон, вроде вишня растет. Здесь надо походить, посмотреть. И туда дальше. Так, ну что ж, остались только две левые перчатки. Две левые перчатки. Посмотрим, к чему бы это. Погнали. Да, нифига, ничего тут нету, где-то часок походил. Ну, помойка, помоечный лес, ничего нету. Фух, ладно, двигаю в другое место. Может быть, там что-нибудь будет, не знаю, посмотрим. Посмотрим, но здесь ничего нету, даже металла. Прошел сейчас вдоль этого поля, даже металла нету, блин. Так что двигаем далее. Двигаю далее. Пересохшее какое-то болотце. Ну, вроде ничего нету. Путешествие продвигается. Двигаем на третье место. О, сено уже заготовили тут. Хорошо, хоть поля скосили. Где-то можно пройти. А то по такой вот траве тяжело тащить велик. Со всем обмундированием, как говорится, тяжеловато, блин. Весь в пене сразу же. Ну, сейчас туда вон. Недалеко осталось. Посмотрим, что есть, что нету. Походим. Красота, блин, хорошо. Итак, время 14, ну, 3 часа. Фух, пробиваю последнее место на сегодняшнюю экспедицию, так как говорится. Был первый сигнал, сейчас только начал. Попадается конинка. Ну, конинка — это хороший признак. Значит, в старину ходили. Но признаков какого-либо жилья пока не наблюдаю. Не наблюдаю. Ну, сейчас по полянке здесь покажу. Туда-сюда посмотрим. Посмотрим. Кониночка пока только. Так, был еще один сигнал. О, солнце вышло. Сразу веселее стало. И еще одна кониночка. Еще одна. Но признаков жилья вообще никаких нету. Походу ничего не стояло. Но конина появляется. Значит, может быть, по идее, что-нибудь и выпасть. Не знаю. Самое главное — продолжать копать. Как-то так. Так. Продолжаем. Хожу по полянке туда-сюда. И был еще один сигнальчик. Блин, походу, слушай, кольцо выпало. Какое-то, во. Походу, старое. Во. Да, походу, старинное медное. Из монеты, походу, что ли. Ну-ка. Ну да. Что-то типа того. Не знаю, может быть, вообще древнее. Потому что что-то оно вообще такое гнилое. Но жилья нету вообще никакого. Никаких признаков. Ни этой самой. Ладно, двигаем далее. Думаю, дай-ка коплю чисто железный сигнал. Ну, верховой такой, не сильно глубоко было. На всякий случай, думаю, проверить. Посмотреть, что это такое вообще, что здесь есть. Ну, смотри-ка, блин. Нож складной какой-то. Я причем таких и не видел ни разу.
какой-то старый, походу. Я не знаю, вот кто, отпишите, кто находил такой нож. Блин, интересно вообще, слушай. Какой-то старый вообще нож. Ну и видно, что такой гнилой вообще. Может быть, девятнаха какая-нибудь. Слушай, прикольно. Ну, признаков жилья нету. Возможно, какая-то кочевка, что ли. Или просто ходили, может быть, просто тропинка была. Ищем далее. Находки имеются, смотри-ка. Да, признаков жилья нету, но вот еще один черный сигнал. И вот пряжка такая старая, наверное, каниновская, выпадает. Но не часто вот на деревнях такие попадаются старинные пряжки. Либо пастухи тут лазили, либо косят давно поляну эту. Но место надо ходить, интересно. Хотя признаков жилья нету, но какие-никакие сигналы все-таки есть. Да, не зря сегодня поехал. Вообще обалденная погодка. Будем внизу, такая красота. И тепло, и хорошо, блин. Последние дни уже, считаю, вот я посмотрел, в октябре уже, к октябрю уже будет не велокопарская погода. Ну, ваше здоровье, чифернем. Ой, хорошо, блин. Отдохну и двину домой. Да, по красоте, блин. Самое то будет эти дни вспоминать, потом зимой сидеть. Ой, я давно это место хотел пробить, но что-то, блин, не доходило дело. Да, и в этот год в основном металл копал один. Никуда я не ездил. Да и особо не с кем было ехать. Походил сейчас, походил. Вообще ни следов, ни жилья, ничего нету на этом месте, блин. А я думал, тут такое место хорошее. Думал, хотя бы одна, думаю, изба, может, стояла, но... что-то вообще ничего. Ладно, сейчас чиферну, соберусь. И будем двигать назад. Блин, ну катанул знатно. Такой адреналинчик прям вообще. Эндорфинчики, да, прут, когда вот ездишь. Едешь на велике давно. Давно не катал, и тут едешь по лесу. Блин, так обалденно вообще. Блин, огонь. Вот это поля конкретные. Ну вот я и вылез к этой же ЛЭП. Это было моднейшее 14 сентября. Когда я выложу этот видос, я не знаю. Посмотрим. Возможно, еще не скоро. Будем вспоминать эти моднейшие дни. Крутейшие. До новых встреч, дорогие друзья. До новых встреч. И... респект поехавшим.